Всем привет, друзья! Сейчас будем садить лук. Попросил соседа, он мне подровнял участок. Сначала дисками проехались, в общем, без пахоты. Дисками сначала, а потом типа мотоблоком, ну, фрезой, в общем, порезали так меленько. Подровняли участок, и мы сейчас будем садить лук. Лук я не покупал, это Светлана Николаевна, она чернушки гектар постоянно садит, и лука у нее сивка тоже родит, можно сказать, гектар. И плюс дед еще дал тоже, как бы, как раз вот дождь собирается, дед еще дал, можно сказать, что у нас лука чуть ли не пол мешка. Вот так, есть вот такой покрупнее хороший, а есть вот такой вот помельче. Но это еще все Светланы Николаевны, а от Николая Яковлевича еще ничего не брали. Ну, как бы, оно там стоит во дворе, но еще не брали. Вот так выглядит участок. Ну, надо выдернуть прям его. Не спахать, а выдернуть. Это клинок. Да, вот надо прям выдерни, нет? Или на, подержи телефон, я выдерну двумя руками. Оп, оп, ну. Сейчас выдерну. Опачки. Все, и вот. Вот так. Вот так. И вот. У нас. Давай. У нас на картошку нужно оставить такой хороший кусок. В этом году мы будем картошку садить прямо от края, вот так от навозной кучи, ну и вот так, сколько ее хватит, но не больше, чем вот сюда. То есть, как бы, и по-старому, вот у нас в прошлом году было 5 рядочков, и по-старому посадим. Так, вот здесь был лук. Вот еще одна ряда. Да, я понял. Может, давай все-таки, где была картошка, посадим лук? Че? Ну, вот тут лук, а дальше картошку. Вот там начнем. Вань, а так, потому что картошка, если бы тут болела, например, там была какая-то сухая гниль на некоторых, то лучше не садить картошку по картошке. Артем, что ты скажешь, где нам садить лук? Эй, давай, решай, где лук садить, тут? Показывай. А ну, проверяй. Давай, проверяй. Тебе тяпка нужна? Угу, угу. Что будем делать? Может, его там, с той стороны, прямо от этих? Картошку? Лук. А картошку с этого края? Вот там, где были помидоры, давай посадим лук. Все. Короче, порешали. Нам Артем все порешал. Ну, вот такие вот дела. Мы всегда не торопимся с посадкой, потому что очень много сорняков. Если все садить рано, то потом полишь, и это, конечно, не очень. Поэтому мы, ну, как бы, вот прям задисковали мне недели две назад, а до этого огород стоял, вот какой стоял, такой и стоял. С сорняками, вот кукуруза была, как бы. А задисковали, то есть, ну вот, можно сказать, перебили сегодня. И будем сейчас начинать. Вот здесь у нас были помидоры. Сделаем в этом году здесь лук. Все. Да, а ну давай, меряй погонными шагами. Давай, сколько нам надо отделить рядов. А ну покажи. Вот там будем лук садить, да? Топ-топ-топ. Топинамбур вон повыковыривали, как всегда. Ну, вот так. Все. Вот, знаете, не могу сказать, что мы посадим сейчас вот эту весь, что у нас есть. Это надо все выкидывать с огорода, потому что его хоть выкорчевый, хоть нет, он родит прям невозможно. Посадим сейчас определенное количество рядков. Вот сколько у нас на это уйдет, столько и посадим. А не то, что сколько у нас есть, столько и будем садить. Нет, это не так. В общем, начинаем. Я сейчас буду рисовать рядки. Ну, а мне будут помогать тыкать. Потом, конечно, и я буду, потому что тыкать — это самое интересное. Да? Самое интересное. Ну, вот такие дела. Начинаем.
что, друзья, на самом деле очень все быстро прошло. Ну, огородных работ еще сильно не было, и организм непривычный к вот этой букве ЗЮ, или как она там называется. Ну, в общем, закончили. Ваня говорит: такие длинные рядки, хватит 3. А я еще 2 нарисовал. Он говорит: хватит 5. А я думаю, надо 7 штучек, да? Как бы ряды не сильно-то и длинные, немножко длиннее, чем прошлый год. А сейчас я вообще говорю, что нужно... А? Нет, не намного. Вот в прошлый раз вот тут заканчивали, а сейчас на 2 метра больше. У меня там спрашивали по поводу лука, который мы садили, вот этот голландский. Нам не понравился. Почему? Потому что он долго не хранится. Ну, как бы, это никому не тайна. Но, как бы, что значит долго не хранится? Он начал портиться еще с осени. И портится как? Гниет. Светлана Николаевна его перебирала, наверное... Раз, наверное, 5 до Нового года, пока он не закончился и не сгнил половину. Так что она сказала, все, больше никакого голландского лука садить не хочет. Да, он растет крупный, но как бы и такой... А? И такой не сильно крупный свой домашний тоже подойдет. И этот прям хранится чуть ли не до весны. Не до весны, не до лета. Вот еще до сих пор есть старый прошлогодний лук. И, конечно, сейчас кто-то скажет, что неправильные условия хранения. Это так, не у всех они супер специализированы при правильной температуре. Но вот этот беспородный лук, свой домашний, я имею в виду, который сеется из собственного лука, собирается чернушка, ну, семена, и сеется... И потом высаживается, и получается хороший лук из года в год. Так что еще очень все зависит от погодных условий. То есть, как бы, чем лучше год, там дождливее, не такой жаркий. Разные же года год на год не приходятся. Поэтому, ну, будем смотреть. Будем смотреть. Посадили много, там немножко осталось еще... В этом, я говорю, давай посадим 8-й рядок. Ваня брыкается. Ну, если он не хочет, то я сейчас сам посажу. Ну, а? Так, а я сейчас, мне тяпка нужна рядок прорыть, Вань. Ты ногами будешь? Так что, сейчас сделаю еще. Да вот, Вань, стань вот так, как я. Потому что ты вот так с одной стороны можешь его передвигать. Аккуратненько. И не торопись. Потому что ты тыкал-тыкал, а сейчас он у тебя это... Попереворачивается весь под землей. А тогда какой был смысл тыкать? Надо было тогда рассыпать его. И все. Вроде не глубоко его как бы тыкали. Но все равно всегда переживаю, что будет сильно глубоко. И ему не будет удобно там сильно глубоко расти. Ну, вот так. Конечно, земля еще сейчас пушистая такая, сляжется. Эти все остатки от помидор догниют, прополятся, все камушки разобьются. Ну, вот так. Все. Короче, тогда посажу 8-й ряд. Потому что, что он будет оставаться, куда его девать? Еще же есть мешок, который давал дедушка, Николай Яковлевич. Ну, пол мешка там. Что? Это что, уже 4 зарыли? 3. Я, 2 и ты, 2. 4. И 3 осталось. 4. Ты туда зарыл и назад, и я туда и назад. Все, в общем, вот, еще остался. Думаю, что как раз на один ряд хватит. Так что его оставлять? Кружками. Ну, одна кружка, почти ряд. Полтора. Ну, да. Ну, высыпь в кружке. И все, я пока ряду. Ну, ты так говоришь, Вань, посчитай. Вообще-то есть еще дедушкин. Так что, если не хватит... Ну, ряд я посажу. Ряд посажу. И все. Ну, вот так.
друзья, мы закончили. Не знаю, сколько у нас ушло время. Может, час, может, чуть больше. Наверное, больше, да? Ну, все, лук посажен. Ничего отмечать не будем. Как бы никаких палочек нам ставить и все такое. Потому что пока что-то будет садиться остальное, лук вылезет. Ему тут надо 3 дня. Он как только землю почувствовал, влагу, ну и сразу начнет вылазить. Вот так. Камни, конечно, есть такие, что не разобьешь ничем. Ни фрезой вот не побило их. Короче, ну, потом дожди пойдут. Я надеюсь. И во время прополки все поразбивается. Вот так. Теперь на днях нам передают небольшое похолодание. И вот сразу после похолодания будем садить картошку. Все, закончили. Молодец. Картошка будет садиться с той стороны, так что к луку мы не подойдем. Так что все будет хорошо. Ну а лук вылезет. В прошлом году казалось, что она там гниет. Кто? Картошка. От навоза? Да. Ну я думал, вот это прям рядом. Ну нет, нормально. Короче, картошки тоже. Вот в этом году чуточку удлинил ряды из-за того, что будем много садить картошки. Ну, чтобы как бы тоже вот так было все ровно. Там дальше арбузы, как всегда, фазаны там уже орут в очереди. Ну, в общем, проверяют, садим мы арбузы или не арбузы. Ну, я имею в виду, удлинили туда ряды лука для того, чтобы картошки больше посадить, как бы длиннее ряды, и чтобы не захватить вот эту всю часть. Еще же должны быть помидоры, огурцы, кабачки, перец, спаржевая фасоль. Это то, что мы садим каждый год. Морковку и свеклу вы пишете. Но морковку надо было раньше уже садить. А свеклу у нас ее идет настолько мало, что просто она просто не хочу садить. Ее надо, ну, где-то 20 килограмм на весь год. Лука уходит много, все, что готовится, все с луком. А свекла не нужна. Морковку, конечно, но видите, как мы поздно с огородом работаем. Поэтому можно, конечно, посадить, а если дождя не будет, не хочу. Так что вот такие дела. Все, мы пошли. Дело сделано. Огородные работы начаты. Ну, как-то так. А, еще что хотел сказать. Яблок в этом году не будет. И груш не будет. Прям мало-мало цветков. То есть некоторые деревья вообще нет ни одного цветка. Ну, вот так. Ну, мы их в этом году порезали так капитально. Пусть оправляются, а на следующий год уже зацветут как положено. Ну, а мы... Я пошел управляться. У меня там он опять что-то колючку полет. И вот тут он все прополол. Сейчас нужно все повыгребать и вынести. Ну, как бы, можно сказать, вот тут садок уже пропололи полностью. Марина с Ванюшкой вчера такие прям молодцы. Прям капитально попололи. А Ваня сегодня дополол. Сейчас вам все покажу. Ну вот как бы вчера было сделано вот так. А сейчас Ваня вот все прополол. Вот сравнял вместе вот с этим всем. Клубнику еще не доубирал. Как бы рассадил вот 2 ряда. Вы просили показать клубнику. А вот эти стаканчики по центру нужно будет рассадить еще где-то. Сделать рядок. Как бы... Ну, это тоже будет, ну, вот в ближайшие дни. Одуванчик выпрыгнет, а? Да, наверное. Ну, это то, что посохло. Ну, короче, по чуть-чуть работаем. Вот только посадил, глянь, она уже, паразитка, зацвела. И вон же. Где? Угу. Ну да. О, гляньте, цветочек. Нужно сорвать, пусть укоренится. А так брал 50 кустов, покупал. Но что хочу сказать, это агромаркет. Хочу им сделать рекламу нехорошую. Они меня уже задолбали
то когда к ним, когда у них что-то закажешь, то потом просто не дают спокойно жить, названивают во все мессенджеры, просто по телефону робот разговаривает, задолбывает, а что вы хотите в этом году посадить? Короче, надоели мне, я уже с ними, можно сказать, с операторами несколькими ругался, говорю, да не звоните мне, ну как бы, вот это их политика, вот это название всех уже тошнит на самом деле. Очень мало таких производителей, которые, вообще нет ни одного, кто мне звонил, кроме вот этого агромаркета. И, ну, почему я их, можно сказать, посылаю? Потому что я купил у них ремонтантную клубнику, а она не ремонтантная, она по осени не зацвела. То есть она вот в май-июнь, она дала нам клубнику. Да, не могу сказать, что плохая клубника, хорошая, но я ведь-то хотел ремонтантную, а здесь ни одной ягоды летом и осенью не было, абсолютно ни одной. Так что вот такие вот обманщики. Они там, конечно, пишут, дают мне номер, вы должны, да, это, я должен заниматься вот этой всей фигней, типа организовать им фотографии, видео, что по осени здесь клубники нету. А я говорю, я ничего не снимал, я просто для себя решил, что я больше у вас не хочу ничего заказывать. Можно мне не названивать? Проходит 3 дня, опять звонят. Короче, сумасшедшая компания. Ну, вот такие вот дела. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Ну и всем пока-пока. Пока-пока.